Приветствую и добро пожаловать на очередной выпуск «Что происходит, профессор?». Привет, Мартин. Добрый день, Вальтер. Как поживаешь? У меня все в порядке, а у вас? У меня тоже все пока хорошо. Ложь на лжи. Что это за парень позади меня? Он связывает ложь с ложью, не так ли? Хорошо, давай посмотрим на ложь с библейской точки зрения, а не только со спасительной точки. Это очень важно. Да, потому что есть великий обманщик, не так ли? Да, и он лжец с самого начала. Я обеспокоен, потому что Бог дал человечеству поручение пойти и разоблачить ложь. Если тебе говорят или предупреждают, не обманывайтесь, это значит, не верь лжи. Не верьте лжи. Итак, что такое ложь и вообще, что это такое? Мы собираемся показать два видео, и люди скажут, хорошо, какое это имеет отношение к лжи? Ложь на самом деле касается человека, личности. Потому что тот, кого очерняют и лгут, это то, о чем эта книга. Об этом вся книга. Она называется «Откровение Бога». Это целое откровение о свете, который был распространен, о Сыне Божьем. Когда дело доходит до Сына Божьего, и кто-то хочет его принизить, он на самом деле практикует ложь. Прекрасно выразились. Видите, проблема в том, что великая борьба началась из-за лжи. Из-за лжи. Итак, если Библия — это книга, свидетельствующая о человеке, а Иисус сказал, что это так, они ссылаются на Священное Писание, которое свидетельствует обо мне. Насколько важно, чтобы мы понимали это? Любая религиозная система, которая преуменьшает значение Иисуса Христа или роли Иисуса Христа, на самом деле практикует ложь. И все, кто верит в то, чему они учат, если это не согласуется с Писанием, верят в ложь. Верят в ложь. Итак, давайте приступим к изучению Библии и начнем с выпуска новостей. Эти новости очень интересны. Давай посмотрим их и посмотрим, о чем они. Консервативные христианские лидеры призывают премьер-министра Бенямина Нетаньяху остановить законопроект, предложенный членами его коалиции, чтобы сделать преступлением рассказывать людям об Иисусе в Израиле. Наш иерусалимский корреспондент Дэниел Коэн в прямом эфире недалеко от Тель-Авива. Доброе утро, Элис. Всем доброе утро. Большая история незадолго до верного воскресения, Страстной Пятницы и Пасхи священного времени для христиан. Два ультраортодоксальных члена коалиции премьер-министра Нетаньяху представили законопроект, который накажет верующих за распространение Евангелия Иисуса тюремным заключением. Члены Кнессета Объединенного иудаизма Торы Моше Гафни и Яков Ашер на прошлой неделе представили закон, запрещающий обмен мнениями или создание контента в интернете в печатном виде или по почте. В объяснении законопроекта подчеркивается предупреждение остановить, в частности, христиан. Наказание в виде 1 года тюремного заключения или 2 лет за совместное деление Евангелием с лицом моложе 18 лет. Джо Розенберг, ведущий репортаж Розенберга и главный редактор всех новостей Израиля, он также еврейский последователь Иисуса. Явно, что евреи не согласны с христианами, евангелистами или другими в том, кто такой Иисус. Верно? Мы все знаем, что есть теологическая разница, но евангелические христиане и другие христиане очень поддерживали Израиль и еврейский народ. А теперь заставят замолчать, заткнуть рот даже таким израильтянам, как я и другие, чтобы сказать, вы не можете говорить с другим человеком о своей вере и почему вы так верите. Это ужасно. Это не свобода. Хотя он не согласен с богословской точки зрения, Нетаньяху всегда был сильным другом евангеликала, выступающих на собраниях и верящих в свободу слова и свободу для небольшой христианской общины Израиля, которую следует защитить. Если этот законопроект получит поддержку, это может вызвать серьезное столкновение с 60 миллионами евангеликалов в Соединенных Штатах и 600 миллионов по всему миру. Гафни впервые ввел запрет на евангелизацию в 1999 году.
Это ни к чему не привело. Объединенный иудаизм Торы сейчас занимает более сильную позицию на переговорах, поскольку Нетаньяху должен сохранить партию в своей коалиции, иначе это может поставить под угрозу способность Нетаньяху оставаться у власти. Суть в том, что ортодоксальный иудаизм отвергает Иисуса Христа. Согласно Писанию, если вы делаете это, вы следуете лжи. Итак, это не обвинение, это не антисемитизм, это просто констатация факта. Это не только влияет на иудаизм, это влияет на любую религию. Если вы принимаете ислам, ислам отрицает божественность Иисуса Христа. Он принимает его как пророка, но не выше любого другого пророка, и уж тем более не выше Мухаммеда. Отрицая божественность Христа, которая является библейской, вы на самом деле следуете лжи. Но только ли религии причисляют себя к нехристианским, или, скажем, только в нехристианских странах рассматривают такое законодательство? Как насчет такой страны, как Соединенные Штаты? Там не все христиане, но это христианская нация в целом. Вот статья 23 марта. Школьный округ штата Юта рассматривает вопрос о запрете Библии в соответствии с новым законом о конфиденциальных материалах. Эта конкретная школа получила петицию от родителей с требованием удалить Библию из школ за то, что родители считают ее книгой, посвященной сексу. Родители из Юты объединились, чтобы остановить одну из самых сексуальных книг. Библию. Вы, несомненно, обнаружите, что Библия не имеет серьезной ценности для несовершеннолетних, потому что она порнографична, по нашему новому определению, как гласит петиция. У них есть и другие слова о ней, а также речь идет об откровенно сексуальном материале. Она говорит о мастурбации, половом акте, содомии и так далее. Все это запрещено, но они говорят, что Библия полна таких подробностей, но есть одно маленькое отличие. Те книги, которые запрещены, способствуют этой деятельности, а Библия осуждает. Они говорят в этом документе, что в Библии есть это убийство, что в Библии есть геноцид, что в Библии есть все эти вещи, которые противоречат современной культуре. Но это были суды Божьи, и они были типологией грядущего суда. Разве это не долг служителя Евангелия или любого, кто верит в Евангелие, предупреждать человечество? Это поручение, данное нам Богом. Верно? Они не смогут однажды сказать, но вы никогда не предупреждали нас. Нет. Потому что если вы не будете предупреждать, тогда их кровь будет на ваших руках. Если Библия истина, а вы запрещаете Библию, то вы запрещаете истину и распространяете что? Ложь. Все очень просто. Это очень серьезная проблема. Ложь — это очень серьезная проблема. Знаете что? И даже если вы просто хотите подавить ее, скажем, например, ради экуменической ценности, если вы подавляете ее, то вы поддерживаете ложь. Вы будете, по крайней мере, подавлять ее части. Это выборочное чтение. Это означает поддерживать ложь. Сказать полуправду — не меньшая ложь, чем сказать полную неправду. Давай посмотрим, что Библия и Дух Пророчества говорят по этому вопросу. Иоанна 8:32 говорит: «И познайте истину, и истина сделает вас свободными». Другими словами, Мартин, если ты не знаешь истины, ты в рабстве. Истина освобождает тебя от рабства. Разве это не включает в себя прибежище лжи? Мы говорили о лжи в нашем последнем видео. Было много лжи, потому что повествование постоянно меняется. И у вас не может быть двух противоположных друг другу нарративов, стоящих рядом с правдой друг с другом. «Освети их истиной твоею, слово твое есть истина». Если вы запрещаете Библию,
Вы запрещаете истину. Значит, вы живете во лжи. Можно ли сказать, что человечество по большему счету живет во лжи? Да. Вот цитата из книги «Деяния апостолов». «Где бы ни проповедовались евангельские истины, люди, искренне желающие поступать по правде, обращаются к Писаниям, чтобы прилежно исследовать их. Если бы в конце истории этого мира люди, которым проповедуются неизменные истины, последовали примеру верийцев и ежедневно разбирали Писания, сравнивая проповедованную им весть Библии, то сегодня было бы гораздо больше людей, повинующихся заповедям закона Божьего. Но когда проповедуются непопулярные библейские истины, многие отказываются изучать Писание. На самом деле они отрицают Библию. Будучи не в силах опровергнуть ясные учения Священного Писания, они не желают углубляться в представленные доказательства. Некоторые полагают, что даже если эти учения и истины, но не имеют большего значения, примут они Новый Свет или нет, и предпочитают верить в общепринятые сказки, которые использует враг, дабы вводить людей в заблуждение. Таким образом, заблуждение ослепляет их, и они теряют вечную жизнь. Разве это не является серьезной проблемой? Если вы хотите потерять вечную жизнь, это самая серьезная проблема в вашей жизни. Это имеет вечные последствия. Итак, ложь и истина противостоят друг другу. Утешитель назван Духом истины. Его задача — определять истину и оберегать ее. Вначале он поселяется в сердце, как Дух истины, и поэтому становится утешителем. В истине есть утешение и мир, чего нет во лжи. Мартин, есть ли в мире утешение и мир? Нет, везде хаос. Но они хотят мира и безопасности. Но без истины. Без истины. Может это работать? Нет. Нет, это не может работать. Посредством ложных теорий и преданий сатана овладевает умом человека. Мы рассмотрели некоторые ложные теории в последних нескольких видео, верно? И как это влияет на сознание людей. Направляя людей к ложным идеалам, он уродует их. Через Писание Святой Дух обращается к уму и запечатлевает истину в сердце. Так он разоблачает заблуждение и изгоняет его из сердца. Посредством Духа истины, действующего через Слово, Христос привлекает к себе избранных чад. Мартин, это очень важно, что он разоблачает через Слово, а не через действия и чувства. Если Слово Божье исключено, то вы можете быть уверены, что это ложь. Я думаю, даже в Эдемском саду многое из того, что там происходило, было основано на чувствах. Даже на небесах, когда все это началось, он будоражил чувства ангелов. И это заставило третьих из них последовать за ним. Есть еще одна цитата из «Свидетельств для Южной Африки». Что интересно, в это время, когда Великий Свет сияет от Слова Божьего, делая темные тайны самым ясным днем, это день милосердия, надежды, радости и уверенности для всех, кто получит пользу, тем самым для всех, кто откроет свои умы и сердца к ярким лучам солнца праведности. Но есть противоположный этому класс, не идущий к свету, презирающий истину, потому что она обличает заблуждение и преступление, и грех. И вследствие этого кратковременность и дерзость и преступление становятся всепроникающими. Это то, что происходит на мировой арене. Вы видите, чем больше они не хотят слышать истину, тем больше они волнуются, тем агрессивнее они становятся, и тем больше все идет к разрушению. Они любят ложь. Они любят ложь. Они ухватились за ложь, потому что ложь утешает их в их проступках. Именно. Это было то, о чем я только что подумала. Через истину преступление и грех разоблачается. Но люди не хотят этого.
Это рукописи, том 9. Христос проводит резкое различие между миром и своими последователями. И все же это различие стирается. Это очень опасно. И вместо церкви, обращающей мир, мир обращает церковь. Когда церковь ходит во свете, как Христос во свете, она будет занимать высокое положение как представитель нашего Господа и будет избрана Богом и верно. Утешитель есть дух истины. В ложных теориях мы имеем обманчивое извращение истины, но не может быть подлинного утешения во лжи. Дух утешения есть дух истины, который разоблачает заблуждение, называет его своим именем и изгоняет из души. Истина не возвышает ограниченное человечество, она прославляет Христа. Это настолько важно. «Они свидетельствуют обо мне», — сказал Иисус. «И все, что устраняет или затмевает Христа, является ложью». Что такое неправда? Что-то, что не возвышает Христа. Это ложь. Это ложь. Это должна быть ложь. У вас есть небольшая проблема с вашими экуменическими движениями. Да. Давай зададим себе вопрос. Принимаю ли я и правильно усваиваю свет, данный мне Богом и в драгоценном слове? Это интересно, Мартин. Итак, церковь идет на компромисс и позволяет миру изменить ее. И мы видели, что это происходит во всем мире. Мартин, мы живем во время кризиса. Время ли идти на компромисс? Нет, особенно сейчас. Вы должны стоять, как Даниил. Может быть, пришло время принять немного лжи? Нет, даже не на одну десятую. Итак, Божий народ, согласно Псалму 59, стих 6, получил знамя. Ты дал боящимся тебя знамя, чтобы они подняли его ради истины. Итак, Божьему народу было дано знамя, стандарт. И вы должны держать знамя высоко. Стандарт — это закон. И суббота, конечно же, является знамением или знаменем, или начертанием, которое говорит, что я хочу придерживаться всего закона и не позволять крошечной частичке лжи проникать в мои отношения со Христом. Этот парень на экране сзади, он очень хорош в этом, верно? Пробирается внутрь. Подлый. Притча 23:23. «Купи истину и не продавай мудрости и учения и разума». Правда и заблуждение. Истина и ложь не могут стоять рядом. Одно разоблачает другое. Давайте спросим себя, что такое ложь? Я решил взять определение из словаря Вебстера версии 1828 года, потому что это все-таки писали богобоязненные люди, не то что некоторые современные, где вы получаете очень странные определения, которые уже не квалифицируются как определения. Они на самом деле имеют циклическую ссылку на большую часть этого, круговое мышление. Итак, ложь — это существительное, это преступная ложь. Уголовное преступление за ложь. По крайней мере, перед Богом, верно? Это преступная ложь, ложь, произнесенная с целью обмана, преднамеренное нарушение истины, фикция или ложное утверждение или представление. Это преднамеренный обман, который делает ложь. Человек может действовать лживо, указывая пальцем в неправильном направлении, когда путник спрашивает его о его дороге. Ложь не обязательно произносить, верно? Ты можешь солгать одним только взглядом. Как вы думаете, многие в наши дни ложно указывают нам пальцем в неправильном направлении? Я думаю, что все дорожные знаки были перекручены, тогда как на самом деле вы должны идти в другом направлении. Итак, это фикция. В смехотворном смысле это ложная доктрина. Цитируется 1 Иоанна, 2 глава, 1 стих. Но папа говорит, что мы не должны говорить о доктрине или учении. Идолопоклонническое изображение Бога или ложный Бог, согласно Римлянам 1:25. Мартин,
идолопоклонническое изображение Бога или ложное представление о Боге – это ложь. То, что обманывает и разочаровывает доверие. Цитируется Михея 1.14. Подавать ложь, обвинить во лжи, действие человека может опровергнуть его слова. Очень интересно. Итак, это определение, я думаю, довольно полное. И оно привносит духовный аспект. В принципе, все, что противоречит Слову Божию, есть ложь. Вот определение слова «ложь» как глагола. Предыдущее было именем существительным. Произносить ложь с намерением обмануть или с аморальным замыслом. Вы солгали Богу, а не человеку. Деяние 5.3. Это когда утаили часть денег. Помнишь? Давать ложные представления, сказать или сделать то, что обманет другого, когда он имеет право знать правду или когда мораль требует этого справедливого представления. Мартин, это так уместно, потому что в современном мире, как мы видели, они хотят забрать Библию. Когда вы забираете истину, это является обманом. Это, вероятно, обман, который выше многих других. Это совершенно ужасно. Если это истина, а ты ее скрываешь, то ты стал лжецом. Библия четко определяет, кто лжец. Змей был лжецом от начала, верно? Итак, дьявол — это лжец. В Иоанна 8:44 сказано, «Ваш отец — дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины». Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. Итак, Мартин, будь то человек, будь то система, будь то правительство, если они скрывают какую-либо часть истины или хотят принять закон, чтобы скрыть ее, они лгут. А они от их отца дьявола. Это очень серьезно. Какая часть человечества и сколько правительств попадает на эту категорию? Я думаю, к сожалению, большинство. Здесь или там может быть человек в правительстве, который не попадает в эту категорию. Но если Бог собирается убрать их всех, значит, они все попадают в эту категорию. Вы видите, что часть страны отпала, когда Иисус сказал, «Я оставляю ее вам в запустении». И больше не будет такой страны. Что делать дьявола лжецом? Что делать его лжецом? Давайте посмотрим на некоторые моменты. 1 Иоанна 1.10. «Если говорим, что мы не согрешили, то представляем его лживым, и слова его нет в нас». Другими словами, если мы не признаем нашего состояния, но на самом деле мы хотим распространять наше состояние, тогда мы лжецы. Я думаю, что это также попадает в эту категорию. Вы должны быть осторожны, когда говорите «я всего лишь человек». «Я всего лишь человек, поэтому я могу это делать». Вы можете сказать «я слабый человек, Боже, помоги мне». Но как только вы говорите, что определенное поведение, которое не соответствует Писанию, на самом деле приемлемо и даже похвально, тогда вы становитесь главным лжецом. 1 Иоанна 2.4. «Кто говорит, я познал его, но заповедей его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины». Это делает папство лжецом, потому что они не только изменили заповеди Божьи, но они учат других то же самое. Они на самом деле хвастаются этим, и они хотят иметь всемирное законодательство, чтобы чтили их заповеди сверх заповедей Божьих. И так это делает их лжецами. 1 Иоанна 2.22. «Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос?» Это серьезная проблема, потому что из-за этого большинство мировых религий выпадают из автобуса. И, к сожалению, люди, которые не выходят из этого, принимают ложь. Они покупаются на ложь и должны столкнуться с последствиями. Это антихрист, отвергающий отца и сына.
Это отношение, отец и сын. Если вы отрицаете это, вы лжец. 1 Иоанна 4:20. Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Это еще более сложно, ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? Итак, Бог послал своего Сына, чтобы всякий, кто верит в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Итак, если Бог так возлюбил мир, что был готов принести эту великую жертву, тогда мы должны любить наших братьев и сестер, верно? 1 Иоанна 5:10. «Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом. Неверующий Богу представляет его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем». Мартин, это настолько серьезно. Большая часть мира квалифицируется как лжецы. Это печально. Это очень печально. И нам дали поручение проповедовать Евангелие. А теперь они вносят законопроект, который они, наверное, не примут. Но они внесли законопроект. Это значит, это мышление, что проповедовать истину – это оскорбление. А практиковать ложь – это похвально. Теперь давай спросим Библию. Кто лжет? Мы все лжем, верно? Но давайте просто уточним. Псалом 61:10. Несомненно, люди низкого положения – суть тщеславие, а люди высокого положения – суть ложь. Будучи равновешенными, они всецело легче суеты. Мартин, от самого низкого до самого высокого у всех у них проблема. Когда мы говорим, что высокопоставленные люди – это ложь, видим ли мы это в политике? Да. Видим ли мы это в медицинском мире? Постоянно. Видим ли мы это в мире науки? Да. А как насчет эволюции? Мы только что обсуждали это. Весь мир живет ложью. Это единственная ложь, которая нас учит, или есть ложь, о которой мы ничего не знаем? Да, я уверен, что мы проглотили немало лжи. Что такое обучение против обучения? Модель школы иезуитов основана на лжи. Это ужасно говорить, но ты ходишь в школу все эти годы, чтобы научиться лгать. Разве вы не говорили, что у вас есть докторская степень по лжи? У вас должны быть определенные мускулы истины, расписанные ложью. Псалом 118:69. «Гордые сплетают на меня ложь, я же всем сердцем буду хранить повеления твои». Если ты будешь соблюдать заповеди, то найдутся люди, которые повернутся против тебя. Это обетование. Если вы сидите в комнате с людьми, которые настаивают на том, чтобы курить в комнате, а вы единственный некурящий, который создает... Кто создает проблемы? Вы. Вы создаете проблемы. Так всегда. Если ты пытаешься поступать правильно, ты возмутитель спокойствия. Я имею в виду просто оттенки. Если это отнести к тому, кто возмутитель Израиля. Притча 14.5. Верный свидетель не лжет, а свидетель ложный наговорит много лжи. Это не может быть. Это будет. Сколько лжесвидетелей появились на экранах в последнее время? Сотни. Насколько они надежны? Как вы можете следовать их науке? Мы следуем за ней, как овцы. Иеремия, 16 глава, стих 19. «Господи, сила моя, крепость моя и прибежище мое в день скорби. К тебе придут язычники от краев земли и скажут, только ложь наследовали отцы наши». Пустоту и то, в чем никакой нет пользы. Итак, будут люди, которые осознают ближе к концу, когда язычники войдут в Царство Божие, что они унаследовали ложь. Им лгали. Особенно относительно плана спасения. Люди начнут просыпаться. И это к счастью, потому что Бог ни от кого не отказывается. Итак, мир лжет вам. А как насчет религий? Даже христианских религий, они лгут. Иеремия много говорил об этом. Как мы обсуждали ранее, Иеремия является типом посланий трех ангелов.
даже слово в слово. «Бегите из Вавилона, выйди из него, народ мой». Это все написано в Иеремии, верно? Вот почему я сделал эту проповедь некоторое время назад. Приближая к судному дню, он был пророком судного дня, потому что всегда говорил обо всем, что грядет. Но если сегодня сравнить это с остатком, точно то же самое, точно то же самое. Итак, он оплакивал этот факт, Иеремия 27:9. «И вы не слушаете своих пророков, и своих гадателей, и своих сновидцев, и своих волшебников, и своих звездочетов, которые говорят вам, не будете служить царю Вавилонскому». С кем он разговаривает? С Израилем. Он разговаривает с Божьим народом. И он говорит, что есть прорицатели и мечтатели, и волшебники, и колдуны, которые говорят с людьми. Те пророки и прорицатели внутри церкви, они внутри, вместе с истинными пророками. Мартин, к сожалению, сегодня у нас нет такой проблемы. Я помню, что это ирония. Да, ну, немного иронии. Иеремия 27:10. «Ибо они пророчествуют вам ложь, чтобы удалить вас из земли вашей, и чтобы я изгнал вас, и вы погибли». Это серьезная проблема. Есть ли у нас лжецы? Есть ли сегодня в наших церквях люди, которые пророчествуют ложь? Сколько дует ветров доктрин? Мы говорили об этом. Есть лживые пророки, которые пророчат, и это не сбывается. Затем есть пророки, такие как Фаучи, которые являются пророком науки, но так называемой ложной науки. «Я не посылал их, — говорит Господь, — и они ложно пророчествуют именем Моим, чтоб я изгнал вас, и чтобы вы погибли, вы и пророки ваши, пророчествующие вам». Это очень серьезная проблема. Остерегайтесь тех, кто делает Иисуса меньше, чем Он есть. Или, не дай Бог, делает Его сотворенным существом. Иеремия 28:15. «И сказал пророк Иеремия пророку Анании, послушай, Анания, Господь тебя не посылал, и ты обнадеживаешь народ сей ложно». Там даже упоминались конкретные лица. Или Захария 10:2. «Ибо идолы говорят пустое, и вещуны видят ложные, и рассказывают сны лживые. Они утешают пустотою, поэтому они бродят, как овцы, бедствуют, потому что нет пастыря». Даниил 8:12. «И воинство предано вместе с ежедневной жертвой», это слово добавлено, «за нечестие. И он, повергая истину на землю, действовал и успевал». О ком он говорит, Мартин? Он говорит о маленьком роге. Он говорит о власти маленького рога. И реформаторы не скрывали этого. Они сказали, что это папство. Когда он это делает, когда он бросает истину на землю, то что он делает? Он практикует ложь. Но он процветал благодаря этой лжи. Да, потому что все в это верят. Все любят ложь. Это слово «следовать». Они все следуют за ложью. Римлянам 1:25. «Они заменили истину Божью ложью и поклонялись, и служили творению вместо Творца, который благословен во веки. Аминь». Мартин Лютер берет этот стих и говорит, что Павел имеет в виду папство. То же самое в Фессалоникийцах, где он говорит о том, что есть тот, кто возвышает себя до положения Бога в Церкви Божьей. Исайя 8:20. «К закону и откровению, если они не говорят, как это слово, то нет в них света». Это делает их лжецами, Мартин. Притча 28:9. «Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва — мерзость». Все очень-очень просто. Что делает Экуменический совет, где попирают одну из заповедей Божьих, а именно четвертую заповедь? И это также относится и с экуменическим молитвенным движением. Это мерзость, согласно стиху. Амоса 2:4. «Так говорит Господь, за три преступления Иуды и за четыре не пощажу его,
потому что отвергли закон Господень и постановление Его не сохранили, и идолы их, вслед которых ходили отцы их, совратили их с пути». Это довольно просто. Ложь очень обширна. Она часть общества. Она часть институционального права. Как мы упоминали ранее, если вы просто не хотите выделяться или быть другим, вы также впадаете в ложь. Ты часть этого. Ты становишься частью лживого потока. Мартин, это очень серьезно. Когда они издают законы, которые заставляют вас нарушать одну из заповедей Божьих, они принуждают вас быть частью лжи. Конечно, сам Божий народ, как мы видели, склонен проглатывать ложь. Исайя 9:14. «И отсечет Господь у Израиля голову и хвост, пальму и трость в один день». Это очень серьезно. Итак, многие лидеры среди Божьего народа на самом деле практикуют ложь. Им нет места, они будут отсечены. А затем Исаия говорит вам, кто они? Старец и знатный — это голова, а пророк, лжеучитель — есть хвост. Итак, нам нужно знать, что такое ложь. Мы должны быть в состоянии иметь дело с ложью, и мы постоянно окружены ею. Мы почти плаваем во лжи. «И вожди сего народа введут его в заблуждение, и водимые ими погибнут». Будьте очень осторожны. Если вы слышите указы, исходящие от лидеров, или что-либо, что преуменьшает истину, или заявления, которые делаются в гармонии с ложью, замена внешними формами религии святости сердца или жизни по-прежнему также принята необновленной природе, как и во времена этих иудейских учителей. Сегодня, как и тогда, есть ложные духовные наставники, к учениям которых многие прислушиваются. Если у нас они в церкви, да, они хотят пощекотать уши. Это продуманная попытка сатаны отвлечь умы от надежды на спасение через веру во Христа и повиновение закону Божьему. В каждом веке враг искусно приспосабливает свои искушения к предрассудкам и склонностям тех, кого он пытается обмануть. Если мы посмотрим на сегодняшний мир, то мы должны распознать этот обман, потому что в рядах Божьего народа есть тысячи людей, которые следуют повествованию, которое настолько явно является ложью, если вы сравните его с Священным Писанием. Видите ли, это утверждение, оно настолько интересное. Сатана изучает наклонности людей и даже народов. И на этом основании он приспосабливает свой способ атаки ложью. Если у вас есть народ, который склонен к расовым проблемам, конечно, это то, на чем он сосредоточится. И если у вас есть другая нация, которая склонна к чему-то другому, все основано на лжи. Давай просто возьмем тот пример, который ты только что упомянул. Скажем, у вас есть такая страна, как Южная Африка, в которой есть расовые различия. Независимо от того, откуда они. В конце концов, то, что они делают, и это очень и очень очевидно, они связывают христианство во Христе с одной из рас, а затем вы получаете подстрекательные речи о религии той или иной расы. На самом деле, это окольный способ напасть на Иисуса Христа. И кто стоит за этим? Дьявол. Итак, это ложь. Если ты запутаешься во всем этом, ты практикуешь ложь. Как только вы понимаете, в чем цель, мы всегда говорим, посмотрите на ситуацию и спросите себя, к чему она ведет. Не смотрите на это изолированно и не лезьте на трибуну. Посмотрите, куда это ведет. И если это ведет в каком-либо
состоянии или форме к нарушению заповедей Божьих или отрицанию Иисуса Христа, тогда это практикование лжи, и это ведет к смерти. В апостольские времена он побуждал иудеев превозносить церемониальный закон и отвергать Христа. В настоящее время он побуждает многих исповедующих христианство под предлогом почитания Христа вызывать презрение к нравственному закону и учить, что его заповеди можно нарушать безнаказанно. Долг каждого слуги Божия твердо и решительно противостоять этим извратителям веры и словом истины бесстрашно разоблачать их заблуждение. Вот почему дьявол очень сильно хочет опорочить Слово Божие, избавиться от него, и поэтому он проникает внутрь и привносит все эти искажения, так что вы не можете получить полноту истины. Теперь, должны ли Божьи люди лгать? Очевидно, Библия будет что-то говорить по этому поводу. Исаия 63:8. Он сказал: «Подлинно они народ мой, дети, которые не солгут». Он был для них спасителем. Это очень важно. Дети, которые не будут лгать, потому что он был их спасителем. Итак, мы должны стоять за истину. Он спаситель для тех, кто верит в истину. Если вы стоите за истину, даже не открывая рта, вы осуждаете ложь. Да, 100%. Просто быть собой делает тебя преступником. Это преступление, это терроризм, если вы стоите за истину. Моим действием, не моими словами, я на стороне истины, но меня хотят осудить за это. Давай возьмем Джоковича. При нынешнем законодательстве будет ли он считаться, согласно Всемирной организации здравоохранения, например, преступником? Да. Он также считается террористом, по данным Всемирной организации здравоохранения. Колоссянам 3:9. «Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его». Ложь и Христос исключают друг друга. Это как два магнита. Нет никакого способа, чтобы они могли даже приблизиться друг к другу. Полюса с противоположными направлениями. Захария 8:16. «Вот дела, которые вы должны делать. Говорите истину друг другу, поистине и миролюбно судите у ворот ваших». Это наша обязанность. Солгали ли нам ученики, когда писали Библию? Солгали ли нам? Нет. Нет, они не солгали. Почему? Потому что не говорили об Иисусе. Солгал ли Иисус нам? Нет. Римлянам 9:1. «Истину говорю во Христе, не лгу. Свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом». Итак, Павел говорит, что то, что он пишет, это истина. Он не лжет. Он делает твердое заявление. «Я не вру». Мартин, если вы читаете первое послание, первую главу послания к римлянам, то он не лжет, когда говорит, что произойдет в последние дни. Это происходит, да? Как было в дни Ноя и Лота. Те ложь, то, что происходит в мире, что сейчас политкорректно, или это, что говорит Библия. К счастью, Библия истина, а все это прочее чепуха, ложь. 2 Коринфянам 11:31. «Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословенный вовеки, знает, что я не лгу». Галатам 1:20. «А в том, что пишу вам пред Богом, не лгу». Он очень непреклонен. Иисус также трижды сказал: «Я говорю вам истину». Вот почему они ненавидели его. 1 Иоанна 2:21. «Я написал вам не потому, чтобы вы не знали истины, но потому что вы знаете ее, равно как и то, что всякая ложь не от истины». Итак, ложь и истина исключают друг друга. 1 Иоанна 4:6. «Мы от Бога. Знающий Бога слушает нас. Кто не от Бога, тот не слушает нас. Посему-то узнаем духа истины и духа заблуждения». Итак, авторы Библии очень непреклонны в том, что если вы не верите тому, что они говорят,
вы живете во лжи. А когда ты живешь во лжи, это ведет к смерти. Иисус не может спасти вас во лжи. Мартин, это очень серьезно. И опять же, зачем мы об этом говорим? Потому что весь мир лежит во лжи. Это суть. Это суть. Вы должны отделить себя от лжи. Вы не можете быть частью лжи. Выйдите из нее, и даже если это неудобно, потому что, давайте посмотрим правде в глаза. Выходить из этой лжи некомфортно, потому что вы выделяетесь, как больной палец. Это подводит меня к следующему пункту. Действительно ли люди в этом мире хотят истины? Нет. Откуда ты знаешь, Мартин? Потому что мы читали это раньше, потому что мы видим это. Людям комфортно во лжи, потому что неудобно жить по истине. То, что вы видите в новостях, которым люди верят, с которыми живут, может быть, это все ложь? Да. Сколько веры вы можете вложить в то, что говорит мир, когда мир на самом деле любит ложь? Давай посмотрим. Иеремия 5.3. Я люблю этого парня, сидящего там, в грязевой яме. Дело в том, что мы можем немного относиться к Иеремии. «О Господи, очи Твои не к истине ли обращены? Ты поражаешь их, они не чувствуют боли. Ты истребляешь их, они не хотят принять вразумление. Лица свои сделали они крепче камня, не хотят обратиться». Независимо от того, что делает Бог, они просто не слушают. Или Иеремия, 9 глава, стихи 3 и 5. «Как лук напрягает язык свой для лжи, усиливается на земле неправдою, ибо переходит одного зла к другому, а меня не знает, говорит Господь». Мартин, опять же, с кем он разговаривает? Он говорит с церковью и лидерами церкви. «Каждый обманывает своего друга, и правды не говорят. Приучили язык свой говорить ложь, лукавствуют до усталости». Итак, очень ли важно, чтобы мы понимали, что Бог пытается нам сказать, и очень ли важно, чтобы мы понимали характер Бога и знали Бога? Да, потому что это спасение. Итак, насколько важно знать Бога? Иоанна 17:3. «Сия же есть жизнь вечная, да знаю Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобой Иисуса Христа». Вечная жизнь? Если вы не знаете Бога, у вас нет вечной жизни. Если Иисус есть Бог, и вы не знаете Его, и вы не хотите знать Его, и вы отвергаете Его, не лишитесь ли вы вечной жизни? Что говорит Дух Пророчества? Книга «Христианский опыт и учение». Христос есть совершенное откровение Бога. Пусть желающие познать Бога изучают дело и учение Христа. Тем, кто примет Его и поверит в Него, Он дает силу стать сынами Божьими. Как вы можете стать сыном Божьим? Во-первых, вы хотите знать истину, и вы хотите верить Ему. Учить познанию Бога, познание Бога есть вечная жизнь. Вы учите этому своих детей, или вы учите их соответствовать стандартам мира? Готовитесь ли вы к дому, который Бог готовит для вас? Учите своих детей жизни, смерти и воскресению Спасителя. Научите их изучать Библию. Что они хотят сделать? Избавиться от Библии. Научите их формировать характеры, которые будут пригодны для жизни в вечности. Мы должны молиться, как никогда прежде, чтобы Бог хранил и благословлял наших детей. Мартин, это вопрос жизни и смерти. Здесь есть часть, которая очень выделяется для меня. Готовитесь ли вы к дому, который Бог готовит для вас? Что это влечет за собой? Есть ли ложь на небесах? Нет. Я очень тоскую по небесному университету. Я бы хотел пройти курс корректирующего мышления. Но вы знаете, где это начинается? Это должно начаться сейчас. Это начинается здесь. Если мы хотим пройти курс корректирующего мышления, тогда мы должны разобраться с этим
сейчас. Итак, есть много проблем, которые мы должны решить. Я знаю, что мы всегда говорим о проблеме здоровья, но она очень важна в мире. Что есть истина, а что ложь? Пожалуйста, сделайте выбор. Пожалуйста, сделайте выбор. Но не хромайте на оба колена, живя наполовину во лжи. Как мы также сказали, вот даже не мы, Библия говорит, что есть правая рука Евангелия и есть правая рука сатанинского Евангелия. Итак, будут ли разоблачены все лжецы? К счастью, я думаю, что да. Исаия 26:2. «Отворите врата, да войдет народ праведный, хранящий истину». Мартин, тут сказано «знать истину»? Нет, «хранить истину». Вы уже ее знаете, но вы также исполняете ее. Давай прочитаем это снова. «Отворите врата, да войдет народ праведный, хранящий истину». Мартин, это очень важно, потому что даже внутри нашей церкви мы склонны говорить, что так сказал Бог, но это не так важно, мне нужно делать это сейчас, потому что мир говорит мне, если я смотрю на всех остальных, то все в порядке. Не все в порядке. Откровение 3:9. «Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут, вот я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими и познают, что я возлюбил тебя». Или Откровение 21:27. «И не войдет в него ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни». Вот те, которые войдут. А как насчет Откровения 22:15? «А мне псы, и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякий любящий, и делающий неправду». Есть много людей, которые, кажется, любят ложь. Это стих. А в предыдущем стихе говорится, что те, кто войдет в рай, это те, кто соблюдает заповеди. Но потом, конечно, как мы видели, в большинстве новых переводов говорится «омоют свои одежды». Давайте игнорировать новые переводы. Но теперь, если вы возьмете этот стих, вы не можете изменить этот стих, потому что этот стих говорит вам, что произойдет с людьми, которые не придерживаются заповедей. Римлянам 1:18. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдой». Это значит, что у вас есть, но вы не придерживаетесь этого. Вы не живете этим. Например, если вы отвергаете оправдание верой и принимаете оправдание делами, или любым его аспектом, то вы не придерживаетесь истины, а неправедности. Исаия 28:17. «И поставлю суд мерилом и праведность весами, и градом истребится убежище лжи». Я не могу дождаться этого дня. «И воды потопят место укрывательства». Ложь будет разоблачена. К сожалению, многие люди переживут очень бурные времена, если даже не смерть, чтобы отстоять истину. Итак, что такое истина, Мартин? Мы давали определение тысячи раз. Иисус есть истина, Слово есть истина, Закон есть истина. Иоанна 8:45. «А как я истину говорю, то не верите мне». Мартин, это Бог, проявленный во плоти. Он говорит людям истину, а они Ему не верят. Ты думаешь, они поверят тебе? Нет. Разве что Святой Дух овладеет ими. Дух есть истина, потому что Он ведет вас к Иисусу. Верно. Иоанна 8:46. «Кто из вас обличит меня в неправде? Если же я говорю истину, почему вы не верите мне?» Мартин, если вы говорите истину,
Скорее всего, большинство не поверит вам. Нет, наверное, даже возненавидят вас. Тогда, может быть, этот человек не очень популярен в том, что он говорит. Может быть, потому что он говорит истину. Иоанна 14:6. Иисус сказал ему: «Есть путь и истинная жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Это либо истина, либо ложь. И я всегда рассказываю эту историю. Я прочитал этот стих однажды в Германии, и кто-то встал в зале и начал кричать на меня, что я дискриминирую все другие религии. Тогда я привел этот глупый пример. Я сказал, что у меня трое детей. И если в мире 7 миллиардов человек, и половина из них мужчины, то по статистике шанс, что я отец детей, 1 к 3,5 миллиардам. Но не обращая внимания на статистику, я абсолютно уверен, что я отец своих детей. Независимо от того, что говорит статистика или нет, я все еще отец этих детей. Это просто истина. Хотите вы в это верить или нет, это все равно истина. Все равно истина, нравится вам это или нет. Если Он Бог и если Он Творец, то Он единственный может дать вам вечную жизнь. Никто другой не может, потому что никого нет жизни в самом себе, чтобы дать ее вам. Так что либо принимайте это, либо нет. Если вы не хотите верить в это, то идите за другими, но эти пути ведут к смерти. Будет ли популярно это утверждение? Нет. Это язык ненависти. Что бы этот парень позади нас на экране сказал об этом? Он сказал бы: «Избавьтесь от этих парней». Иоанна 8:37. Всегда очень интересен мне. Пилат сказал ему: «Итак, ты царь?» Иисус отвечал: «Ты говоришь, что я царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине. Всякий, кто от истины слушает голоса моего». Затем Пилат спрашивает его, что есть истина. И затем он уходит. Он не получает ответа. Он уходит. Величайший вопрос, который он может задать, и он не ждет ответа. И так он погиб. Разве это не то же самое, что происходит сегодня в мире? Псалом 116, стих 2. «Ибо велика милость Его к нам, и истина Господня вовек». Вы не можете изменить истину. И если Иисус сказал, что «Я говорю вам истину, никто не приходит к Отцу, кроме как через Меня», это просто факт. Как я отец своих детей, нравится вам это или нет. Иоанна 8:31. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям: „Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики“». Есть еще одна очень важная вещь. Если вы хотите быть учеником Иисуса, ваша религия должна основываться на Слове Божьем. Верно? Вы не можете просто на словах исповедовать ее. Вы должны жить на самом деле ею. Итак, если кто-то говорит, что если ты проповедуешь Иисуса, ты преступник, или если кто-то говорит, если вы следуете Слову, вы преступник, и это слово должно быть запрещено, тогда они лжецы. Мы живем в то время, когда проблема в том, как мы упоминали только что ранее, если вы сейчас встанете и скажете, что Иисус — единственный путь на небеса, вы произносите ненавистнические высказывания. Иоанна 8:32. «И познайте истину, истина сделает вас свободными». Мартин, подразумевает ли это познание Иисуса? Да, потому что Он истина. Означает ли это соблюдать заповеди? Да, потому что все твои заповеди — истина. Означает ли это, что вы следуете всему, что говорит Слово? Да, 100%. Что это делает со всеми этими измами, которые есть в мире? Приводит вас в конфликт с ними. Приводит вас в конфликт с ними. Итак, Мартин, суть в том, что Иисус — это истина, и Он тот, кто говорит вам истину. А змей — лжец.
И именно он убеждает мир в том, что ложь должна быть подвергнута остракизму, преследована, осуждена и желательно предана смерти. Да поможет нам Бог. Помолимся. Отец Небесный, помоги нам изучать Слово, усвоить истину, чтобы мы могли опровергать ложь. Помоги нам стоять за истину, когда мир покупается на ложь. И помоги нам, Господь, быть инструментами в Твоих руках, чтобы указать людям на истину, чтобы они могли отвернуться от лжи. Это моя молитва во имя Иисуса. Аминь. Аминь.